Бойцы студенческих отрядов «Жасыл-Ель» устроили в Актобе флешмоб в честь десятилетия своего проекта. Около 500 учащихся колледжей и вузов собрались на площади у центрального стадиона и дружно запустили в небо желто-зеленые шары. Они символизируют цвет униформы движения «Жасыл-Ель». Напомню, трудовые отряды были созданы по инициативе главы государства и занимаются озеленением населенных пунктов. Только в Актюбинской области зеленые отряды высадили более 300 тысяч деревьев – карагач, клен, сосну и другие. Ежегодно в команду набирают до 5 тысяч студентов. Участвовали наши бойцы на строительных объектах, очистка улиц, лесные хозяйства. За этот год, можно сказать, проделано очень много поставленных нами задач по посадке саженцев, а также уборка территориального кругов. Каждым годом больше, как видите, в этом году у нас лицеи сейчас стали колледжами, и они сейчас уже приступают, нам звонят, что якобы хотели отработать сезон.